Привет, друзья! Сегодня мы с вами проверим, насколько хорошо вы знаете английские местоимения. Вы пройдете тест, который состоит из 20 вопросов. Выберите вариант ответа, который считаете правильным, и за каждый верный ответ поставьте себе 1 балл. В конце суммируйте ваши баллы, и вы узнаете свой результат. Ну что ж, давайте начнем! Who is this boy? Do you know him? Кто этот мальчик? Ты знаешь его? Will you wait for me? Ты будешь меня ждать? This is not your bag. It is mine. Это не твоя сумка, она моя. Be careful. Don't cut yourself. Аккуратно, не порежься. My garden is beautiful, but theirs is more beautiful. Мой сад красивый, но их красивее. I usually make breakfast myself. Я обычно готовлю завтрак сама. Where is the salad? It is in the fridge. Где салат? Он в холодильнике. I'd like to tell you a few words about my family. Я хотел бы сказать вам несколько слов о моей семье. Your sister should wash the dishes herself. Твоя сестра должна мыть посуду сама. Peter and Sally decorated their room themselves. Питер и Салли украсили их комнату сами. Why did he look at her? Почему он посмотрел на нее? Kevin is a good friend of ours. Кевин – это наш хороший друг. It's my problem, not yours. Это моя проблема, не твоя. Will you give us your phone number? Ты дашь нам свой номер телефона? He should be proud of himself. Он должен гордиться собой. Look at her new shoes. She bought them last week. Посмотри на ее новые туфли. Она купила их на прошлой неделе.
Look, Sally, here's a present for you. Посмотри, Селли, вот подарок для тебя. Where is my passport? I can't find it anywhere. Где мой паспорт? Я не могу найти его нигде. Our parents work in a hospital. Наши родители работают в больнице. Can you see that house? Its door needs painting. Ты видишь этот дом? Его дверь нуждается в покраске. А теперь, друзья, подсчитайте, сколько баллов вы набрали, и узнайте свой результат. Если вы набрали от 0 до 5 баллов, то ваш уровень по этой теме – beginner, новичок. Вы путаетесь в английских местоимениях и не знаете, как их правильно употреблять в предложениях. Не отчаивайтесь, повторите правила и практикуйтесь. Если вы набрали от 6 до 10 баллов, то ваш уровень elementary, начальный. Вы знаете основные английские местоимения, но время от времени можете путать их и делать ошибки. Тренируйтесь, и вы будете чувствовать себя более уверенно. Если вы набрали от 11 до 15 баллов, ваш уровень pre-intermediate, ниже среднего. Хорошо, вы почти не путаете английские местоимения. Немного поработайте над своими ошибками, и у вас будет получаться еще лучше. И если вы набрали от 16 до 20 баллов, то ваш уровень intermediate, средний. Отлично! Вы подружились с английскими местоимениями и не испытываете трудности с этой темой. Продолжайте совершенствоваться и развивать свои навыки. И на сегодня это все. Друзья, напишите в комментариях под этим видео, сколько баллов вы набрали за этот тест. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. До новых встреч!